пророков и апостолов, и их одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира. Я говорил о крови, которая так многоценна в очах Господних. И об этой крови говорит премудрость, великая небесная София. Об этом говорит Ветхий Завет, премудрость Соломона. Я пошлю к вам, и как вы с ними будете обращаться? Иных убьете, а иных изгоните. Вот перед нами сегодня икона, на середину храма вынесена священномученик Анфима. Он попал в это число, которого убили. Но кровь его, она не прекратила своей силы в момент, когда его убили, 16 сентября. Говорится, да придет, да взыщется кровь. Какие беды в мире идут сейчас? Люди спрашивают, за что? Землетрясения, цунами, такие великие перетрубации идут, революции. Кровь взыщется. Надо внимательно смотреть в Писание, чья-то кровь взыскивается. Кровь вопиет от земли. Мы не слышим, мы глухие. Пытается еще отпираться Каин. А Господь говорит, земля вопиет. В одном месте написано, косяки в дверях вопиют. Мы не слышим просто, у нас нет этого зрения, нет этого слуха. Но сегодня нам Господь снова напоминает. И проверить себя очень просто. Ну всю Библию ты в раз не прочитаешь. Читайте чаще Деяния апостолов. Хотим ли мы быть такими, как память того, кого отвечает сегодня в церкви? Так торжественно, как у нас, я думаю, во всей вселенной никто не отвечает. Потому что все Анфима, я не встретил ни одного памятника, ни в прошлом, ни в настоящем, нигде нет. И никто не слышал. Я говорю, к нам приезжают священники, вплоть до архиерея. И они не могут правильно произнести его, Анфим и Каменистый спотыкаются. То есть это в новинку для них. Вот у нас вторая община в городе Барнауле, Крестовоздвиженская. Ну, любят люди сравнивать. А тогда что это выше? Конечно, наш выше. Тот праздник просто историческое событие, обретение креста. И то оно не в то время отмечается, а это реальная личность. В городе Никомедии, столь многочисленном, обрелся этот мученик, кровью которого, быть может, захлебнула та блудница, которая на двери багряном. И всего-то осталось 11 лет, как рухнет весь языческий мир. И не потому, что Константин, император, умел воевать, а потому, что кровь мучеников была, и она вопияла к Богу. И вопияла, и наконец ответ пришел. Кончилось время. Сегодня называется постхристианское время. Это неправда. Пост, то есть постхристианская эра кончилась христианством, а сейчас эра другая, мусульманская, буддийская. Христианская эра никогда не кончится. Победители будут. Но после всех победителей победит Христос. И кровь Христа имеет силу не только когда она с креста стекает, но когда Христос от Девы Марии не родился, она имела силу уже. И на небе произошла война, написана. А это было до сотворения видимого мира, это все знают, иначе как бы дело-то совратилось, а сатаны не было. И написано, и победили его, силою, эту Денису, кровью Агнца. Какая же кровь, когда земли-то еще не было? Ты не рассуждай. У Бога все в одном дне, и ты только принимай себе и понимай, что кровь Христа достаточно, чтобы омыть грехи мира. Не одного мира, а миллиарда вселенных. Как апостол Павел об этом говорит. Сверх достаточно. А святая тогда кровь что делает? Подтверждение любви. Кровь святых – это доказательство, что Он умер за нас. Кровью своей они не омылись от грехов. Они уже омытые были. Кровь Христа омывает. Они не понимают так. А вот на войне был он кровью своей, ну кровью своей остался, слава ему, памятник записали на мемориале. Дальше ничего нет. В первом послании к Коринфянам 1.30 читаем. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Премудрость послала
Афима Никомедийского. И он засвидетельствовал жизнью своей, и, конечно, особенно кончиной. Что он представил Господу? Он мог смело сказать, вот я и дети мои. Иные не могут детей своих, родных даже привести. А он чем жив привел? Это даже вообразить нельзя. Как же можно было так наставить всех? Я с людьми все время занимаюсь и понимаю, чего у нас люди недополучили, уходят. Вот начинают разбирать по этой причине. Никаких причин нет. Мы не понимаем. Но у нас больше половины службы на русском уже языке. Да, священники ничего не знают. С нами священник наш, с нами епископ. Какие конкретные причины? И куда ты ушел дальше? Посмотри, потянулся в сетку. Мы не одиноки. Спроси сейчас любого сектанта, баптиста. Вы знаете Андрима Никомедийского? Они не слышали даже. Они сегодняшних там храпов могут знать, которые не в церкви. С нами вся церковь 2000-летний период. Вот куда мы вошли. И когда молишься, в конце хоть про себя, хоть угодно, скажи, Господи, как я рад, что в православной церкви нахожусь. Многое не так, многое наисполнено, но та же самая церковь. С нами эти мученики, их память на каждый день. Ну, и храмы строят через какой-нибудь Казанской Божьей Матери. Ну, что сравнивать? Явление иконы и смерть человека, который возвел невиданной величины общину на небо. Когда считаешь, это житие, это домна, она не была, не попала, и она пришла, и одни угольки лежат, и она ходит, растерянная девушка, ищет, и никого нигде нет. И она всех припоминает. Вот если фильм бы кто-то поставил, нашелся такой мудрый человек, режиссер, всех можно было на колени поставить. Вчера только были вместе, пели, разучили псалмы церковные, и вдруг никого нет, она ходит, огромное пепелище, дымится, какой там запах был, а это благоуханная жертва. И только ангелы видели, принимали эти души, как они восходили на небо. Куда нам идти еще? Когда мы находимся в той самой церкви, кроме этих священномучеников, а подражание святому – это и есть истинное празднование. А если мы сейчас отстояли, ушли, а они ходим, один сам собой, а мы нет, а отдельно пошли, то не полное празднество. Полное, когда мы сердце приняли, я хотел бы быть с ним вот в том храме, в 302 году. Я бы не вышел. Почему? А я бы к нему прижался, зарезу ухватил, там Трим молил за меня, чтобы я не сделался отступником. Да он сегодня живой. Ты это можешь сегодня ему сказать. 2 Коринфянам 11:24-25. Павел говорит, что другого пути нет. И мы должны твердо себе повторить. Я пришел на эту землю, Господь мне сказал, чтобы пострадать за Христа. Вот на это, всегда надо все время на это, на меньшее я не согласен. Как ученику меньше пятерки мне не надо. От Иудея 5 раз дано мне было, по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. Однажды камнями побивали. 3 раза терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Зачем? Ради любимого Иисуса. Любовь ко Христу затмила все, что в этом мире было. Для меня жизнь Христос, а умереть для Него смерть – это приобретение, это высшее сокровище, которое я могу принять. Филиппийцам 1:21. Я покажу мне по нескольким местам деяния апостолов. И мы-то чтим апостолов. Давайте мысленно войдем туда, в апостольские времена, и научимся у них. Куда они нас поведут? Вот Деяния 1:8. Он говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Свидетелями означает мучениками. Это дословный перевод. Не просто свидетели, мы научились говорить, пошли, у нас книжки есть, а мы вышли умереть. С нами все время в запасе мандат права умереть за Христа. Я готов. Мы отправились куда? Мы пошли умереть. Как нас встретят? Может, нас киллеры где-то ждут в лесу. Мы пошли умереть. Мы свидетели. Макферос. Деяние 12:1. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоанна, мечом. Каких только орудий сатана не изобрел, все испытаны были на христианах. Бросали зверям, гладиаторам, сжигали, топили в море, читая жития их, и невероятно, какие колеса, на колесах крючья, а она под колесом лежит на доске, закрепленная Екатерина, колесо проворачивается, цепляет крючьями, отрывает тело.
А это твоя статья могла быть. Укрепить так детей своих, себя, соседей, чтобы в любой день мы могли сказать: «Ей грели, Господи Иисусе, я жду тебя, возлюбленной души моей». Деяния 22:20. «И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я стоял одобрял убиение его». Это подтверждение того, что кровь лилась рекой. Истребил все в Иерусалиме и отправился в Дамаск. В сегодняшнее время, если кто еще не оценил, после он только ахать будет. Все есть. Вот как в магазинах. Давно ли по талончикам давали? Поесть, закажи сейчас муки. Сколько тебе надо? Машину, вагон привезут. Столько всего. Соль ее никто не считает. Закупили, и она за бесценок совсем дается. Ничего этого не будет. И вот так и Слово Божие не будет. Проповедников не будет. Священников не будет нигде. Ни причаститься нельзя будет ничего. Он пил. Моли Бога о нас. Ему крепко надо молиться, чтобы мы не оказались в другом месте. Я меньшего места не хочу иметь, как там, где Антиника Медийский. С ним вместе. Потому что там Христос. Деяние 22:4. Я даже до смерти гнал последователей всего учения, связывая и предавая темницы и мужчин, и женщин. Они как приговоренные были все. Обращаясь ко Христу, каждый, как бы говоря, принимая Христа, запятая, готов умереть за Него точкой и роспись. Расписывали как бы кровью своей. И считаешь, какие были князья, какие военачальники, как святой Евстах, это Плахида. Ни во что поставили. Пошли за Христом. Иоанн 16:2. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. У евреев в Талмуде написано: найди лучшего христианина и убей его. Это в религии у них прямо вмонтировано. Это же у мусульман написано. А победа дарована нам. Нам дано право страдать за Христа. Павел говорит: не только веровать, но страдать и страдать до смерти, как Христос, и до смерти крестный. Лука 12:21-16-17. Преданы также будете родителями, и батями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Поэтому, как бы я ни хотел, чтобы быть хорошим для всех, это невозможно. В самом принятии христианства уже заложено, что все меня любить не будут. И с этим надо согласиться. И может среди слушателей стоит тот, который поднимет руку, ну как Коптиной, в пасхальную ночь троих убил. Сатанист. А на кинжале 666. У меня сейчас есть на руках, могу дать документальное. За что убил? Он не может ответить. Теперь только воспоминания. Молодые те ребята, один священник, люди, которые отверглись от мира, монахи. Пришел, убил, затаился, пока до стена, где он спрятался. И когда шел звонить, в это время он убил. Ждут долго, не посылай второго за этого, ждет третьего. Пасхальная ночь. Это мученики. Так они не за Христа, мученики. Они пришли Христа славить. И когда они были на пасхальном богослужении, а народ разошелся, а они не спали. Это мученики самые настоящие. Евангелие от Матфея 22:6. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. И сразу скажи, я в это число не попал. А в вечности как на это люди будут смотреть? Там будет словословие, а умереть за Христа только в этой жизни. Я боюсь это сказать, но внутри-то хорошо бы умереть за Христа, но укрепи, Господи. Хорошо эти, которые на небе. Матфея 23:34. Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников. И вы иных убьете и распьете. А иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. То есть награда разная. Нас гонят, этого мы уже достигли. И думают, что во имя Христа делают они, это те, которые гонят на нас. Слава Христу. И за них надо только молиться. У меня не было так, чтобы телефон работал. Сегодня неудобно заблокировался. Почему? Опять же в этом. Звонит новокрещенная. Поздравить с таким торжеством. Много ли у вас людей? А как состояние души? Радостное и веселое.
приехал еще один священник и тайно подошел к ней и говорит, какая же ты молодец. Значит, не все гонят. Не все. И дает Бог утешение. Дает нам утешение принять истинное крещение. И мы будем бить. Будут, может быть, бить. И с этим надо согласиться. И это очень удобно сделать в сегодняшний день. Потому что вот перед нами такой светильник, Амфимий Каменистый. Моли Бога о нас. Аминь.